люди, сколько люди, а мы приехали, молитва, пятницу, а то они... 1 февраля в Москве сотрудниками МВД были проведены рейды у мечетей столицы. По словам очевидцев, сотрудники полиции и ОМОНа останавливали и сажали в заранее пригнанный для этой цели транспорт мигрантов, пришедших совершить пятничную молитву, не проверяя даже, в порядке ли у них документы. Подобные рейды практиковались и ранее, но обычно задерживали тех, у кого проблемы с документами. Также очевидцы отмечают, что рейды и проверки в московском метро и у мечетей участились и приобрели более жесткий характер после взрывов в Магнитогорске. Хотя власти и признали, что взрыв дома носил бытовой характер. Соответствующую видеозапись опубликовала и радио «Азади» из проспекта Мира, где расположена главная соборная мечеть города Москвы, ссылаясь на своего корреспондента, ставшего очевидцем подобного рода рейда. В порядке документы у всех, так почти граждане тоже, они все равно забирают же. Мы приехали на пятницу молитва, они все равно возле метро и возле мечети задержают.